Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я расскажу, как устроен мобильный телефон аналоговый фирмы Купим Докер Бакью. Я купил телефон в 2000 году за 1000 рублей. У него все работает, все чики-пуки, все работает, не подводил меня, зарядка держит неделю, заряжается за час небольшим, 10-15 секунд, а да, 15 секунд, измеряем. Сейчас буду микро USB для зарядки. Это гнездо для наушников 3,5 мм. Микрофон. Динамик микрофон. Есть спецотверстие для веревочки, чтобы не терять фонарь. И одна фишка есть. Антенна. Антенна телефона. Хотя бы добрые времена. Вот такая антенна. Камера. Да, микрофон. Так, раскрываем. Сейчас. Крышку задвигаю. Здесь справа ниже углу, в внешней стороне есть отверстие для ногтя. Хоп. Вот. Здесь камера, динамика с микрофоном, антенна, батарейка. Тут я пользуюсь год. Поменьше, кажется. Да. 9 месяцев. 9,5 месяца. Ну, китайская, ну, еще раз телефон. Кажется, не можно. Да, на год. Вот денег нет, ничего. Вот аккумулятор, батарея, обратите внимание, литий-ионная. Это выводы, минус нулевой и плюс, это заземление. Это можно сюда интегрировать кнопку слежения. Нет, путаю. Кнопка зарядка батареи. Вытащили, посмотрели, вставили, и сколько
стали заражаться. Вторые я перезаражаю мои дети, и он меня, ой. Вот я же по руки рукожу пью. 37 вольт, то есть 60 миллиампер. Это как само то. А их выкинул в общую мусорку. Она не нужна. Так, что мы здесь видим? Два слота для сим-карты и слот для карты памяти 64 гигабайта. Так, что тут у нас? Имейл-код. Вот, обратите внимание. Вот здесь имейл-код. Это стикер наклейка, информация о телефоне. Штрих-код компании и имейл-кода 2. Вот. Не разбирался, не ремонтировался за столько лет. Вот пломба. Запускаю. Обратите внимание, пломба только белого цвета, имеем право только белого цвета. Вот, остальные запрещено. Так. Окей, я приготовлю. Я за ручной труд, так как ручной труд сразу в пользу идет, я и рекомендую. Вот, лайк. Здесь 6 винтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтов. Это у меня заклеено было, чтобы хакеры за мной не наблюдали. Да, хакеры снова могут. Теперь больше, так как нету питания, бессинки. Не может переформатировать систему с памятью. Я использую термит. Буду использовать термит. Да. Вот. И тара-та-та-та-там. Хэпшн. Что мы здесь видим?
убираем тихонько, чтобы не сломаться. Вот так вот. И видим разборную панель. Это разборная панель. Можно менять эту обшивку. Вот обшивку на любой цвет. Можно на такой телефон установить сенсорный экран. У меня такой телефон есть. Скоро обзор по нему будет. Тоже кнопочный такой же, только с сенсорным экраном. Заменяйте штуки на любые цвета и формы. Это кнопочки всякие неразные. Так, как сказать, бедняк. Вот здесь вот контактная сима, собственно, кнопочки светодиоды, вот они. Это сетка, вот. Или это защитная сетка, или магнитного излучения. Она защищает от всех излучений, чтобы не искажать изображение. Контактный придатчик, чтобы подавать зарядки к этому власти. Вот. Я использую на свой рабочий смартфон, чтобы не
защитить себя у хакеров. Я заклею антенну, и я буду невидимым для хакеров. Динамик. Мы видим вот контакты, вот камера. Это передатчик какой-то. Нет, не передатчик. Либо. А может быть передатчик места нахождения абонента. Может быть промотор. Не знаю. Я склонился к передатчику места нахождения абонента. Использую антенну для радио. Нет. Для самодельной радио. Ну это как-то радио. Он производит. Радиофон, как называется. Вот. Хорошая штука. Экран я буду попадет на мультидистер. Измеряется напряжение, вольтаж, антивольтаж, сила тока, валентность. Микрофон для рации. Камера пойдет для веб-камеры. Поставлю в свою комнату.
дату я уничтожу в термините. Для катаны. Это не знаю, что такое. Может выбрать двигатель. Может передача. Место нахождения абонента. Где он находится. Только лучше не покупать телефона. Что хакеры все могут узнать, где вы находитесь.